Дуралекс, седлекс, закон суров, но это закон, гласит известный постулат на латыни. Он знаком всем тем, кто связал свою жизнь с юриспруденцией. Каждый из них знает букву и дух закона. С представителями этой профессии мы решили познакомиться поближе. Мастер слова с даром убеждения. Профессия юриста обязывает. Определиться с делом всей жизни любовью удалось не сразу. Зато еще в школе она точно знала свои сильные стороны. Так что между журналистикой и защитой прав все же выбрала второе. Отучилась в ВУЗе и больше 20 лет с этого пути не сворачивает. Когда начала работать, вот уже спустя время, когда был закончен институт, конечно, я поняла, что это мое. Потому что юрист – это тот, кто пишет, тот, кто говорит, кому нравится все это. В принципе, у нас очень интересная профессия. Интересная, а еще ответственная. 3 декабря российские юристы отметили профессиональный праздник. Адвокаты, нотариусы, прокуроры, судьи – каждое свое дело помнят в деталях, особенно первый процесс. Страшно никогда не было. Как многие говорят, вот страшно выступать, страшно там в суде, страшно выходить спикером. Нет. То есть, ну, может, если вы заметили, если я начинаю говорить, меня уже не остановить, да. Страха нет. Не было тогда и сейчас нет. В ходе работы случается разное. Некоторые процессы могут длиться годами. Постановил Верховный суд по моей жалобе направить дело на новое рассмотрение. То есть это вот как у спортсменов Олимпиада, так у нас, у юристов, вот, если по твоей жалобе попало дело в Верховный суд, это, ну, как бы круто очень. Еще лучше, когда добро, которое ты делаешь, возвращается к тебе, признается Сергей Измайлов. Обостренное чувство справедливости у него с детства. Поэтому в беде никого не бросает. В одном из дел ему удалось отстоять единственное жилье своей подзащитной. Посмотрели дело, я однозначно сказал, что она не выиграет этот суд. То есть мы однозначно ее, ну, защитим ее права. С ней мы вышли в суд, и действительно суд принял решение, нужное нам. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте, существенных изменений в профессии не наблюдается. Основы юриспруденции остаются неизменными. Добавились лишь современные инструменты. На одном компьютере сделал, перешел или там взял с собой ноутбук, ушел в другое место или в суд вышел, там что-то сделал. То есть у тебя вот так, ну, некий документооборот, он хранится, ну, такой. Своей актуальности она не теряет. Остается такой же нужной и важной, охватывающей почти все сферы жизни. Профессия юриста, да, это вот добыть знания, ну, то есть добыть из человека их, добыть из документов, где-то еще посмотреть, а что говорит там закон, а какие случаи были, там, какая практика есть по тем же иным вот, вопросам. Поэтому профессия интересная и, ну, такая для любознательных. Праздник – повод встретиться с коллегами, поделиться опытом, обсудить новые законодательные акты. А после снова вернуться к работе, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Карина Еряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».